дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в BioShock. Мы в восторге. Мы в восторге от того, что мы в восторге. Тростянство. Короче говоря, в предыдущей серии мы попали в авиакатастрофу. Упали и оказались единственным выжившим. Судя по всему, ну, я не знаю, может, там еще кто-то выжил, но, по-моему, шансов на это очень мало. Попали в этот город на Батисфере. Здесь народ крайне поехавший. Адам изменил их полностью, извратил их сущность. И, кстати говоря, город Рапчур в местном виде – это еще одна калька современного общества. Не такая глубокая, как Infinite. Здесь просто показывается, что будет, если идти на поводу у своих желаний. Народ тупо мутировал, сам себя наизменял до такой степени, что у людей поехала крыша, изменилось сознание. В результате началась просто гонка. Кто лучше? В итоге мы видим монстров, которые абсолютно лишены какого-либо разума. Ну как, я, конечно, неправду говорю. То есть они просто сумасшедшие, полностью, совершенно. И вот в таких условиях нам нужно как-то выжить. С нами связался некто Атлас. Что этому товарищу надо, мы не знаем. Но я надеюсь, этот комрад хочет нам только хорошего. Тревога включена. Да нет. Офигеть. Офигеть. Спокойно. Нет, 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 не надо. Так, нехорошо. Еще кто есть? Боюсь тебя. Хотя, кто из нас монстр, я, честно говоря, затрудняюсь сказать. Сейчас отсюда выйдет, смотри. Блин, они двигаются так. Довольно-таки так. Еще? Ну, тихо. Бегай. Хорошо. Давай. Да подожди, не спеши сейчас. Мне, чтобы выжить, надо с народа собирать то, что у них есть. Мне поможет. А ты меня торопишь прям. Я не знаю. Вот патроны, допустим. Где бы я их еще взял? Деньги не знаю, мне, я думаю. Или улучшение какое-нибудь. Я не помню, тут есть магазины эти, нет? По-моему, есть. Так. Короче, здесь что-то с этим Райаном еще. Райан — это человек, построивший город, да? И он не рад тому, что мы здесь. Окей. Встречались уже с большим папочкой. Большой папочка — это просто пипец, дамы и господа. Трогать его, я так понял, нежелательно. Ну супер. О, черт! Ты в ловушке. Надо попытаться открыть выход прямо отсюда. Так скажи мне, друг, какие мерзавцы тебя послали? Волки из КГБ? Или шакалы из ЦРУ? Идут. Послушай, восторг — это тебе не затонувший корабль, который можно грабить. А Эндрю Райан — не наивная девочка, которую правительство может обвести вокруг пальца. На этом все. Гудбай или до свидания. На любом языке, на каком пожелаешь. Мы бы хоть поговорили? Нет, я вообще, честно говоря, просто хочу выбраться отсюда. Так, сейчас будет мясо. Офигеть. Что делать? Да, открывай, давай. Закрой дверь. Фух, это было опасно. Ну, короче говоря, я что хочу сказать. Игрушка, в отличие от BioShock Infinite, который был очень светлый такой,
просто праздничной какой-то игрой, несмотря на то, что там постоянно творилось непотребство, но все равно ощущал себя, как я не знаю, на каком-то празднике жизни. Ну, кроме конца. Вот ты познакомился с Эндрю Райном, кровавым королем Восторга, будь он неладен. Теперь ищи доступ к аварийному выходу. Так, зона чрезвычайного доступа. Что? Рядом со входом в медицинский павильон располагается зона чрезвычайного доступа. Воспользуйтесь аварийной батисферой, чтобы добраться до даров Нептуна. О, хорошо все. Так, карты это мы сейчас пилим. О, дофига. А куда именно нам нужно? Ладно, разберемся по ходу действия. У нас есть огнестрел, так что уже не так все страшно. Но... Тихо. Что такое, мы? Неважно выглядишь. Голова кружится. Подташнивает во времена. Это... Чего на самом деле? Это передозировка плазмы. Тебе просто надо немного меньше. Ты опомниться не успеешь. Станешь как маленькая. Взломать. Отлично. И как взломать? Прямая стандарт. А, так. Хорошо. Ну, ладно. Ага, понял. А, вот. Так, нет, вот. У нас время какое-то кончается. Вроде бы нет. Капец, я что-то... Их поворачивать можно? А, вот, смотри, тут открывать еще можно, оказывается. Блин, вода пошла уже. Давай. Вот эту вот штуку сюда. Потом вот эту вот штуку сюда. Сюда вот эту штуку. А, блин, не туда. Блин, я забыл просто. Все, нормально. Так, все, закончили. Нормально. Хорошо. Ты за меня? Вроде как да. Странная машина, конечно, для закрытых помещений. Почему бы ее просто на колесики не поставить? Ну ладно. Офигеть. Что за зоопарк вообще? Я не хочу причинять боли. На тебе помоги кровь. Ну да. Ломай к чертовой матери. Да. Фигеть. Это я удачно зашел, да? Райан, я Адам и Райан. Столько лет учебы. Но был ли я настоящим хирургом, пока не встретился с ними? Как мы играли со скальпелями из морали? Да, мы могли вскрыть нарыв здесь или срезать лишнее там. Но что мы могли реально изменить? Ничего. Адам дал нам средства для этого, а Райан освободил от пут ложной этики. Измените свою внешность, измените пол, измените расу. Это все в вашей власти. Хорошо, понятно. Нам, похоже, вот сюда, и отсюда мы пройдем по этому какому-то служебному коридору. Сначала давайте сходим в эту сторону, что у нас там есть вообще. Как минимум, у нас здесь есть торговый автомат, который поможет мне с патронами. Так, картечь, отлично. Значит, скоро будет... Ага, понятно. Ломать, я думаю, пока не будем. Нам и так... Ну, хорошо. Блин, опять использовал аптечку. Как-то здесь это тупо стоит, эта кнопка, честно говоря, вот это быстрое увеличение на Б. Не знаю, мне это не нравится.
Ну, хорошо. Доктор Штайнман обещал отпустить меня сегодня. О, не отпустил, походу. Райс не обещал меня со времени новогодней атаки. Ни разу. Но доктор Штайнман был очень заботлив. Он говорил, что как только рубец рассосется, он приведет меня в порядок. И я буду самой красивой девушкой на свете. Он очень милый. И так мной интересуется. Да, я все-таки надеюсь, что это не ты. Не твоя запись. О, какое-то противное. Шумишь как? Капец. Короче, нечто наподобие пластической хирургии. Так, ну город, как вы видите, просто в печальнейшем состоянии. Отсюда мы по-любому не проходим. Но тут мы можем быть, так что, возможно, в будущем мы обойдем это место. Паразиты ненавидят три вещи. Свободный рынок, свободный город. Так, там очередная пропаганда какая-то. Капец, что в этом городе происходит, это просто тоска, печаль. Так, ладно, давайте. Тревога включена. Доступ временно ограничен. Благодарим вас за терпение. Ага, окей. Если хочешь воспользоваться аварийным выходом, тебе нужен ключ доктора Штайнмана. Это он тут всем заправляет. Но не рассчитывай, что он тебе отдаст ключ. Просто доброте душе. Штайнман добротой никогда не отличался. Да и есть ли у него душа, я очень сомневаюсь. Томпсон. Все. Офигенно. Так, ладно, сейчас не спешим, потому что у нас что-то еще, наверное, тут есть. Ну, в принципе, давайте почему. Да. Блин, опять использовал аптечку вместо того, что... Ну, хорошо, идите сюда, родные. Сейчас мы вам пропишем. Нет. Как, откуда? Так, спокойно. Робот там работает вроде, да? Хорошо. Еще идет, ты посмотри. Ну, давай. Пулемет, стерва. Деть, чем ты меня так мотануло? Все? Доволен? Блин, еще кто-то есть. Капец народу. И в основном все женщины, смотри. Народы повалили. Так, ладно. Деньги. Деньги, хорошо. Ну, блин, что с вашей физикой? Они, похоже, очень стесняли своей внешности. Поэтому прикрывались масками всякими. Ну, да, лица искаженные, просто пипец. Ладно, все-таки у нас что-то получилось. А как нам сюда попасть, интересно? Сюда хочу. Похоже, никак. Блин, надо выбираться. Тихо, тихо, тихо. Вот. Не, конечно, Маузер в Инфинити был покруче. Ладно. К этому тоже привыкнем. Все, нормально? Это хорошо, что у нас Томпсон. Но, конечно, патрон надо экономить. На случай более серьезного замеса, поэтому пистолет, я думаю, будет самым правильным решением. Так, больница. Ненавижу больницы. Слушай, я, конечно, понимаю, что это крутое, но иди-ка сюда. Он сейчас бегать будет. Все, к чертовой матери. Вот твой шум меня отвлекает.
Еще я не могу услышать, что... Ладно, неважно. Дай еще меня сделать красоткой! Да какого черта тут происходит вообще? Дай еще сделать красоткой! А теперь посмотри на меня! Посмотри на меня! Да. Просто супер. Господи. Это просто пипец, господа. Ребята. Типа, превыше всего не навреди, написано. Это, я так понимаю, поехавший пластический хирург. Здесь все стены забрызганы кровищей, отовсюду течет вода. Это Биошок, господа. Это восторг. И это, на мой взгляд, очень круто. Но я, честно говоря, не хочу идти вперед теперь. Тихо. А потом пришел Адам, и плоть стала как глина. И теперь наш долг — лепить из нее, и лепить, пока работа не будет завершена. Так, это все приятно, конечно. Но... Чё? Это пулемет, турель, понятно. Я просто пробегаю туда. И стараюсь не воевать с ним. Хорошо. Блин... Какая тут кнопка бегать? Не сбегать только так можно, понятно. Да. Блин, я хочу ее взять. Помни, любую из этих машин закоротит без проблем. Стоит только ударить по ней электроразрядом. Так, хорошо. Взлом. Погнали. Можно купить, но мы не будем этим заниматься. Не-не-не. Так. Так. Как-то... Блин, вообще не оттуда идет. Капец. Ладно, черт с ним. Отдайте мне нормальную. Хрень какая-то получается. Ну, ладно. Давай возьмем вот это вот. Поставим вот сюда. Хорошо. Поставим вот сюда. Здесь поставим. Скажем. Да, блин, какого черта? В принципе, пускай будет вот так. Еще бы парочку прямых. Было бы вообще просто замечательно. Так, нет, ты стой тут. Вот это вот мы поставим сюда. Это вот сюда. Вот это вот сюда. Блин, мне прикольно это сделал. Ну, ладно, я думаю, привыкну. А кто это обещал? Давай, работай. Теперь ты работаешь на меня. Капец, ты кто? Спасибо. Телефон, мать, берем автомат. Еще? Так, спокойно, далеко. Блин, да сколько? Еще идут. Блин, они поехавшие полностью вообще. Ой, мне тут не нравится. Давайте мы... Где она ходит? Давайте мы найдем все, что нам нужно, и валить уже будем отсюда. Там еще одна такая. На поверхности
Паразиты ждут, что доктор вылечит их за бесплатно. Паразиты? Чем они отличаются от того извращенца, который охотится на улице на несчастных, которых используют для своих чудовищных развлечений? Так, патроны. Блин, там еще ходит. Шлепает по воде босиком. Голыми ногами. Приятный смех такой, да? Адам отрицает любые извинения тому, то есть любые отговорки, если ты некрасив. Но у его жены явно проблемы с весом. Я прекрасен, да. Посмотрите, разве я мог бы стать еще красивее? Благодаря Адаму и своему скальпелю я преобразился. Но, возможно, есть что-то еще лучшее. Что, если мне изменить способности, но... Это моя кукла. Да. Это же надо так попасть. Капец. Давай, 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 куда пошел? Ах, скотина, ты еще взрываешься. Нормально. Блин, здесь просто пипец какой-то. Я вот так понял, что вон та дверь. Так, о, еще. Еще что-то. Я была в Аушвице. И уже в 16 лет осознала, что влюблена в науку. Доктор немец, он проводил эксперименты. Иногда он допускал научные ошибки. Я говорю ему об этом, и он злится. Но потом спрашивает, откуда ребенку такое знать? Я отвечаю, иногда просто знаю, и все. А он, зачем тогда мне говорить? Ну, сказала ему я, наверное, это. Раз уж вы делаете такие вещи, то хотя бы делайте их правильно. Ну, да блин, а что ж так криво-то все, япона мать. Блин, это место управления не привыкло, наверное. Все в игре круто, но управление это какой-то... какой-то пипец. Ладно, допустим. Вот, выйти. Фух, хорошо. Довольно недалеко, да, так, по сути-то? Ты сегодня на матч пойдешь? Я слышал, будут играть рейдеры Райна. Джин, это небезопасно. Ты разве не слышал? Бандиты... Блин, до чего неприятное место. Что надо? Она еще и взрывается, ну, предупредили бы хоть. Ладно. Так, окей. Просто прекрасно. Сюда мы пока не попадаем. Вроде бы. Зачем ты так со мной поступаешь? Что там происходит вообще? Ладно, сам нарвался, свинья. Свинья. Смотри, капец. Не заплачь. Капец. Так. Сестра, ты готов делать этого квоту? Отлично. Так. А сейчас чувствую, оттуда выйдет кто-то. Вон, идет. Человек вечно совершает ошибки. Спокойно. Сейчас сам взорвется еще. Нет? Вот увидели это. Да. Ты сам, говорит, нарвался. Голос такой. О, жуть, пипец. Хорошо, нам куда-то туда, но здесь, я так понимаю, что-то крутое. Вообще, вы знаете, я просто обожаю шутеры в закрытых помещениях. А здесь весь Rapture, он большое закрытое помещение. То есть,
Получается, я обожаю эту игру по умолчанию? Возможно. Когда Пикассо нас учил рисовать людей, он начал представлять их в виде кубов и абстрактных форм. Мир назвал его гением. Я всю свою карьеру хирурга был занят тем, что повторял одни и те же скучные формы. Вздернутый носик, подбородок с ямочкой, полная грудь. Как прекрасно было бы делать ножом то же самое, что старик-испанец кистью. Ну да. Только важно помнить, что Пикассо, он вообще был сумасшедшим, как бы. Поехавший крайне. Хорошо, мы пришли к моргу, я так понимаю. Поздравляю, я обожаю морги. По-моему, еще ни одного хоррора не было, в котором мы попали бы в морг. Вернее, не попали бы. Камеры слежения. Я повсюду чую эти чертовы штуковины. Это глаза и уши Райна. Ясно, понятно. Сюда мы не попадаем. Вообще, это место не обязательно для посещения. Но мы все-таки заглянем. Мне кажется, тут будет что-то крутое. Тихо. Крематорий. Не просто морг, а крематорий. Что круто вдвойне. О, лежит. Красавчик. Ноги уже обуглились, я там думаю, до пепельного состояния. Просто круто. Бронебойные револьверные патроны. Сменить типы припасов. Ну, это, я думаю, против более серьезных ребят. Да. Знаете, я даже не хочу их ломать, потому что мне местная система взлома просто не нравится. Она как-то... Тихо. Он вроде снизу ходит. Могло быть и почище. Будет такой отыгрыш роли. Человек, который не любит. Не любит механизмы. Как бы ни оказалось, что нам сюда и нужно было. Офигеть. Офигеть. Кровище, как будто, я не знаю, здесь свинью резали. Натекло. Это что? Это спуск вниз, туда же, понятно. Кротит что-то. Я не знаю, вообще не понимаю, как этот город, сколько он уже? Это получается 2 года уже стоит или даже больше? Сейчас же вроде... Подожди, тут новый 1959 год, когда все произошло. А сейчас, по-моему, 60... Здесь нигде не написано. Вроде как нет. То ли 62-й, короче, 60 какой-то, 69-й, по-моему, год сейчас на дворе. И 10 лет прошло. За 10 лет, по-моему, этот город посыпался бы к чертовой матери. Здесь бродят паразиты. Мы возрождаем город, а потом... Так, будем жечь. Сеня, жги. Сожгите врага в 1000-градусном пламени. Но будьте осторожны с огнем. Приходят маловеры и добавляют дёготь в наш мёд. Тысячу адамов. О, пошёл процесс. Женщине, что остановит их. Кажется,
Оказывается, это называют феромонами и заставляет всех плясать под свою дудку. Ты. Так, после такого надо покурить. Фу, пакость. И бухнуть. Хорошо. Давайте убираться отсюда. Это, я думаю, нам поможет растопить лед. И вообще нам, похоже, сюда нужно было таки по сюжету. То есть, помните, там... Это что? Капец. Мачете. Помните, там была дверь замороженная? Теперь, мне кажется, с ней проблему мы решим. Течет все. Куда ты показываешь мне? Мне же сюда? Понятно, я лучше это возьму. Он покруче вроде как. Мне просто жизненно необходим дробовик. А, подожди, еще в этой игре, по-моему, можно... Что? Не хочу. До свидания. Было весело. Капец, причем такую интонацию делали? Молодой человек. Где-то я ее уже слышал. Так, хорошо. Пипец. Вот туда нам куда-то нужно, я думаю, сейчас растопим. Но сначала я хочу посмотреть, что здесь. Здесь, по-моему, очень круто. Когда кто-то хочет заставить другого работать на себя, он взывает к альтруизму. Забудь о том, что нужно тебе, говорят они. Думай о том, что нужно кому угодно, только не тебе. Государству, бедным, армии, королю, богу. Список бесконечный. Работает, смотри. Сколько катастроф начались со слов «думай о так, себе». Так, ладно. Это король и толпа. Нам показывают, что нам сюда. Не хочу сюда. А что тут тогда, если это не по сюжету? Ну-ка. Так, это получается... Не совсем понимаю, где именно мы. Ага, вон он что. Так, давайте встанем вот сюда и вот посмотрим, куда это мы увидим. Это отдельное крыло какое-то, и, судя по всему, тут ничего важного по сюжету нет. Так что, я думаю, будет интересно сходить. А так здесь мест, куда можно пойти еще пипец сколько. Ну что, давайте на этом закончим, наверное, в следующей серии. Посмотрим, что за этой дверью. Игрушка, несмотря на прошедшие года, выглядит и играется просто замечательно. Есть, конечно, моменты, которые мне, честно, не очень нравятся. Допустим, вот этот взлом систем. Мне просто совершенно он не понравился, мне даже неохота ничего ломать теперь. Но я думаю, будем. С другой стороны, именно окружение здесь какое-то настолько, блин, неприятное, что... Но при этом интересно находиться. То есть, о чем я говорил, это тут закрытое помещение, где могли жить люди. Здесь прям видно все функционально, конечно, вычурно, но при этом так вот все сделано, что понимаешь, что здесь люди могли жить, вот тут они могли сидеть, допустим, тут кушать. И это круто, внимание к деталям подкупает. В общем, давайте продвигаться в следующей серии. Пойдем, я думаю, сначала туда, потом туда, и сделаем все, что нам нужно. Будем как-то решать проблемы с тем, как нам выбраться отсюда. Надеюсь, вам тоже нравится, потому что мне нравится очень. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.